Пьем клетчатку. Сейчас я вам покажу, что будет, если вовремя не выпить клетчатку. Положу только одну чайную ложку. Он же сейчас набухнет. Ждем. Сейчас. И ты будешь его пить? Нет, я такой пить не буду. Но я хочу показать, что будет с этой клетчаткой, если ее вовремя не выпить. Да, клетчатки нужно. Ее, если сразу не выпить, потом будет вообще невозможно выпить. Он как желейка станет. Вот сейчас набухнет. Я хочу это показать прям. Вот в такую вот желейку превратилась наша клетчатка. Так она расширяется в нашем желудке, и за счет чего у нас происходит насыщение. В течение всего дня мы не испытываем такой голод, как если бы мы не выпили эту клетчатку.